Урок английский. Тема урока – зарубежная музыка от кавер-проекта «Дилетанты». Рассмотрим основные термины данной темы. Безумство, энергия, креатив и молодость. Кавер-проект «Дилетанты» менял свой состав неоднократно, но все же сохранил стиль и репертуар. Их репертуар этого кавер-бенда включает популярные зарубежные хиты от 50-х до нулевых. Кавер-проект «Дилетанты», город Няндома. Встречаем! Здравствуй, Кагополь! Мы приехали к вам из Няндома. Давайте друг другу похлопаем и поаплодируем. Мы рады встрече с вами, вы рады встрече с нами. Мы приехали к вам уже, по-моему, в 10-й раз, и у нас юбилейное выступление на джеме, так что вот мы вас поздравляем с этим, и нас поздравляем с этим. Давайте я представлю для вас музыкантов пока. Дмитрий Белобородов, бас-гитара. Вот там. Артем Ровченко, первый раз с нами. Гитара, гитара, гитара. Он из Кагополя, поклубайте ему побольше. Он ваш. Наталья Усович, клавишная вода. Давайте поактивнее как-то, да? Мост, это самое, потом немножко, даже усилимся и так далее. Ну все. Начнем с песни про школу. Песня про школу. Небольшая импровизация. В общем, говоря там песня про то, как нужно работать без перемен. Чем больше работаем, да, все знаем, тем лучше получается. Сейчас посмотрим, как у нас получится. Кто знает, тот подпевает. Отдыхать немножко.